придется пилить вот так вот. И снова здравствуйте, поставщик. Поехал на очередной объект. Сегодня у меня вот такой классный заказик. 6 дверей, профиль Дорс. Но это еще не все. Коробки. Дверные коробки. 100 миллиметров. Придется пилить вот так вот. Фурнитура. Эконом вариант. Петли. Врезные универсальные. Фуаро. Белые крашеные. Замки пункта. Магнитные. Тоже так себе. На троечку. Дверные проемы. Здесь были обои и плинтуса. Вчера мастера, отделочника попросил это убрать все. Здесь проем, блин, маленький, но его некуда расширять уже. Дверь здесь впритык, совсем впритык возит. То есть, если с обратной стороны бы ставить, то даже коробка не вылезла. Не знаю, как я буду доборы ставить. Здесь проем был маленький. Вчера дал техзадание снять гипсу. Но человек, блин, как правильный, снял только гипсу. А вот это вот. Вот эту порнографию оставил. Блин, неужели нельзя снять просто гипсу и на что она приклеена? Блин, сейчас вот это все придется сдалбливать. Ё-моё! Здесь проем большой. По идее, надо приклеить гипсу. Сказал, но ничего не привезли. Придется так ставить. Везде стоят плинтуса. То есть я поставлю двери, поставлю доборы. И позвоню мастеру, чтобы он приехал, обрезал уже по месту. Остальные проемы, в принципе, все нормально. Также здесь были обои. Обои все сняли. Дверь эта открывается в комнату налево. Здесь дверь будет открываться. Ручка будет возле выключателя. В комнату внутрь направо. Санузел, ванна будет. Ручка вот возле выключателя открываться направо. Здесь ручка в туалет будет вот с этой стороны открываться наружу налево. Кухня у нас будет, ручка возле выключателя открываться наружу сюда в коридор направо. И зал, комната. У нас дверь будет, ручка возле выключателя открываться внутрь направо. Вот такие дверки. Дверки со стеклом будут в зал и в кухню. Все, можно приступать к работе. Ну что, поехали!
сотая, я не могу заделить ее под 45 градусов с этой стороны вертикально. И чтобы сделать врезку, теперь буду делать врезку по старому методу, как раньше я делал, то есть с отступом от угла. Теперь я сейчас выставлю коробку на стол и выставлять буду шаблон здесь отступать от 3 мм. На левой двери можно было, конечно, не делать запиловку, то есть можно было сделать также по центру врезку петель, надеть на дверь, на петли и уже отметить высоту и вниз. Ну, решил сделать одинаково, то есть по старинке врезать петли, то есть запилил стоевые по 45 и теперь буду делать врезку. Эту сторону пила спокойно берет, то есть за 2-3 прохода берет спокойно вертикальную резку, потому что здесь тонкая и шайба, которая диск зажимает, она проходит, не касаясь вот этой четверти. И теперь, как обычно, вот этот выступ на шаблоне я выставляю по спилу под 45 градусов. Тем самым здесь у меня получается зазор 3 мм. Так, ну на сегодня закончил, врезку сделал, подготовку все сделал, в стойках также петли врезал, верхушки запилил, те еще не отпиливал, не за завтра уже отпилил. На сегодня. Ручки классные, уже не один раз такие ручки ставил, все отлично. Люблю, когда все магнитные замки и все замки одинаковые, просто красота. На завтра у меня подпилить по высоте, поставить закладные, ну и по плану успеть завтра поставить все дверки. А послезавтра уже доборы. На сегодня все, рабочий день закончен. Всем привет, день второй. Вчера пока ждал хозяйку, она живет в доме напротив. Ключ не оставляет, приходит, открывает, закрывает квартиру. В общем, вчера успел подрезать стоевые, сейчас креплю закладные, собираю коробки и устанавливаю двери. Посмотрим, что сегодня успею сделать. Ну что, поехали! Вот так я собираю доборы. Сначала я их склеиваю. Вон перемычки там. По 5 перемычек. То есть 3 добора по 15 вот склеил. Потом собираю его буквой П. Собрал.
здесь в пазы вставлены вставочки, ну, по всему периметру. И просто, то есть туда в паз и сюда в паз. И одеваю. Получилось просто отлично. Чуть-чуть щелка есть. Коробка чуть-чуть кривая. Акрильчиком пройдем, и все будет нормально. А на этой двери пришлось доборы ставить внутрь, потому что здесь стенка чуть-чуть меньше. А вчера заказчица приходила, посмотрела, все отлично. Все, доборы вставил. Сейчас расклиню и буду запенивать.